Всем привет-привет! Мы заправляемся. Сегодня мы едем в маленькое-маленькое путешествие. Маленькое такси, как говорят. Микротакси. И заправляем бензинчик сейчас на заправке. И, короче, едем мы, называется здесь Лутра. В эти самые... Бензин. Как сказать правильно? Топливо. Топливо, по-русски топливо. Видите, Динус говорит по-русски топливо, да? Да. Всем скажешь доброе утро? Доброе утро! Куда мы едем? На маленькое путешествие. Маленькое путешествие. Ну, как сказать, такие полезные воды, короче, делать баню, делать ванны, короче, как она называется, вода. На лечебные воды, вот, вот по-русски как. Все вам перебрала, все вам сказала. Вот на лечебные воды мы едем, да в горы. Не сюда к нам в Пилю, мы едем совсем в другие горы, 2 часа езды отсюда, в середину Греции, вот так вот. Вот, все объяснила вас. Давайте увидимся там, куда мы приедем. Вот вам кусочек Греции. Сейчас открою форточку, будет там на ветер. Поднимаемся в горы. Вот, смотрите, как. Какая долина. Так вот красота такая у нас, собрали все это вот желтое, это все урожай пшеницы. Вот так вот, говорят, греки не работают, лентяи. Видите, как все красиво сделано. Вон какая красота, смотрите. Поднимаемся в горы. Ну все, давайте увидимся. Да. Вот эти вот штучки, они собирали вот это вот, и ох, и топили печки, эти деревья. Вот эти вот, вот они, вот эти вот. Да, и жарили хлеб, когда были маленькие вайбс. Говорит, у нас не было отопления, не было ни газа, ничего. И они собирали это и жгли в печках. Вон, видите, какой там этот самый кабус там внизу. Кабус. А, и кубара нас и дома. Не бегали канифора? Тогда не знаю, там никакие следы. Здесь у нас этот самый кубара, это... Господи, как же правильно вам сказать? Кубара, ну, когда бабушка крестила свою крестницу, это ее родители. Мы ездим к ним на базар, на Лыки. Вы их часто видите, моих видео. Ну, мы проехали мимо их деревни, стали заезжать. Кукуруза. Смотрите, какая красота, я вам показываю. Вокруг горы. Сейчас будем спускаться вниз в долину. Долина обалденно красивая. Не могу вам показать. Здесь хлопок. Хлопок зеленый, еще не поспел. Он к сентябрю поспевает. Вон там как красиво. Ну-ка, детки, вот твоя кошка. Тыдыщ, поля. Все, давайте. Вот смотрите, как сгорела гора. Вот черная, видите? Это после пожара вот так вот сгорело все. Такие вот пожары здесь в Греции. Вот видите, все губит. Вот такая скала еще здесь. Вот видите, все горелое от дороги. Все. Все черное. Все черное. Видите, все сгорело. Все деревцы, все травка, все. Все горело, все на этой горе сгорело. Тушили пожар здесь. Он еще до сих пор мусор горит. Это только недавно с самого сожгли. Вот какой вид, видите, красивый в горах. Скалы такие.
приехали в город Фарсала, этому городу 3000 лет. Ну, конечно, не свежим домам, а тут есть Кастро. Кастро – это крепость старая. И в этом месте, вот в этом, не тут, а вот там вон, за сзади, там есть кабус и три, когда, вот вы, наверное, смотрели, да, три окошья этот самый. Просто Ахиллес, да не Невайо? Ахиллес воевал с этими самыми, с персами. Вот эта вот история, вот это вот здесь была, вот в этом вот месте. И вот это вот, Протевуши, это как типа столица вот этого вот, вот этого вот царства тогда это было, понимаете? И здесь есть раскопки тоже древние, здесь есть крепости, она вон там где-то наверху, вот там вот. Дефель, Дефель, Напама и Кипуту Препи. Вот, вот там где-то в горах, вот там, видите, вот там, там есть крепость древняя-древняя, которая 3000 лет назад. Это называется Фарсала, город Фарсала. Небольшой, маленький, по сравнению, конечно, с нашим, это как маленькая деревенька, по сравнению с Волосом. Ну, тоже красивый, можно полазить, посмотреть, и древности, и все остальное. Вот такие дела, так что вот вас провезла я по краешку города такого, где Ахиллес воевал с персами. Вот так. Видите, что Греция у нас везде-везде. Сарандатрия. Вот. Ну все, наверное, что еще показать вам? Показывала вам пожар, он почти подошел к городу. Вот эту гору, которую я вам показала до этого, до этих кадров, это вот подошел почти к этому из этого города древнего. Поехали дальше мы по делам нашим, на наше маленькое путешествие, как говорит Динус. Вот такой маленький городочек остался с краешку. Там церковь красивошная. Все, пока-пока, Фарсала. Мы остановились по дороге, продаются машины здесь. Называется Мадра. Мадра, да не? Мадра. С подержанными машинами. Вот это все, что с крышками вот здесь, фуртигаки здесь называют, с крышками, это из Европы пригнанные. Вот такой машина стоит, Nissan, стоит 9500, вот такой вот. Не знаю, какого он года выпуска, с 4-го. А вот 9300, Nissan, это 2003 года. Зеленые такие же он, всякие красные. Эла Костандин, эла да? Такие вот, такой вот. 2001 года 8,5. Мион 3000 золотые графи. Мам, подожди. Я хочу золотой. Золотой хочешь, ладно. Это 2000 год 8000. Вот этот вот Митсубиси. Вот. Стоит 2006 года 10,50. Ну и всякие здесь такие. 96 год, всякие. Короче, вот такие вот машинки здесь. Остановились по дороге на разветриться. Нам еще поехать надо где-то минут 30-40. Ой, он белый какой красивый. Сколько он стоит такой? Ну-ка. А и на Мьямиси полторы кабины. Не две кабины, как сказать. Не две сидушки. Желтый, скажи, золотой. Смотри, какой зеленый. Какой зеленый, 8900 стоит. Вот. Форд? Где Форд? А, да, белый Форд. Вот этот вот. Вот с такой как штучкой. На, пойдемте дальше посмотрим. Навара. Nissan Navara. Тессера Питессера это, как сказать, у них есть не только простые пути, есть и другие. Ну, вот такие вот машинки здесь. Этот желтый сколько стоит? Мы пойдем посмотрим. Нам еще ехать. А вон какая она. Сейчас мы тут посмотрим. 11-го года 15000. Навара Nissan. Такая желтая, красивая. Ну-ка. Вот. 2008 года 13,50. Через 4 года вот этой машине желтой. Динусу понравился цвет, золотая, говорит. Вот такие дела, ладно. Большие слишком. Ладно, пошлите дальше. Ну все, посмотрели, да, все. Вот, 6 лет вот этой машине, 13000 евро. Большущая, так, бую. Как говорят здесь, бую. Большая машина.
просто прогуляться нам остановились. Здесь еще маленькие есть. Хотите посмотреть маленькие, сколько стоят? Пойдем посмотрим, где маленькие, сколько стоят. Маленькие машинки, сколько стоят в Греции, подержанные. Вот, давай. Вот это 2000... Ой, трактор, иди сюда. 2007 года, 6700. Это что у нас? Citroën. Volkswagen стоит 7000, вот этот серебристый, вот это вот тоже 7000 Citroen, и вот этот тоже 6700 2007 года, ну и там дальше Mitsubishi там большой, я не знаю сколько стоит. Все, короче, есть здесь, какой хотите, такой покупайте. Вот так вот. Ладно, давайте увидимся. Сейчас меня погонят. Короче, это бельгийская машина с Бельгии, ее пригнали, вымыли, вычистили. Хозяйка чистит машину тоже чистую. Сейчас мы отдохнем и поедем. Пошукивика авто в Тукинету. Дьемиси. Дьемиси. Да, не небольшая. Небольшая. Короче, Митсубиси Вайсу понравился. Вот этот Митсубиси. Посмотрим. Посмотрим. Ну, ему еще этот белый Форд понравился. Ну, она не подходит для наших, для нашей семьи, потому что Динуса надо сзади садить. И там нету места. А здесь оно двойное. Как большой джип. Вот видите, двойные места здесь подходящие. Не видишь, поднимайся сюда на ступеньку. Вот сюда, давай. Ой, ну Динкин, вот. И видите, здесь вот так вот все. С Бельгии пригнали, вымыли, вычистили, продают. Такой вот. Лимузина, а не тот. Дикошу? Да, лимузина. 15 тысяч евро, 2009 год. Бельгийская машина, километров 282 300 километров. Все здесь есть, все в пакете, все, машина полностью все это самое устроенная. Так что вот так вот. Навару Вайс не хочет, ну вот Митсубиси бы еще ладно, и Форд. Но Навару он не хочет, потому что почему-то ему что-то там не нравится. Ну вот такая вот есть 6800. Вот такой Митсубиси 5990, вот такой вот Митсубиси маленький. Золотая нам день не подходит, потому что и кабина, и микри. Вот так вот. Даже ключики, видите, можете заходить, смотреть. Пойдем посмотрим. Хочешь посмотреть внутри? Элавай на китаж месса автото Митсубиси. Митсубиси. Митсубиси, да не хледи месса, да? Клистайна. Ну, а не хтайна. Вычищена, вымота, все чистенько. И дома на то они гиты порта. Ну вот видите, ее почистили. Кожаные, ой, как жарко, кожаные с эти самые штучки, кофижмата, все здесь вот так вот сделано. Ай, ну вот, такой вот. Митсубиси КамАЗ. Не знаю, Ваюсь все нравится, но он хочет, у него уже во сне, он уже видит. Ну, может быть, сейчас пойдет в банк, снимет деньги и заплатит и возьмет. И уедем еще на этой машине. Я не знаю, у него все что угодно может быть. Потому что Ваюс это Ваюс. Вот так вот. Ладно. Давайте. Ему понравилась машина. Ну, если бы ему Форд, ему нравится Форд, конечно. Ну вот, видите, здесь нету сидушек таких, как там. Здесь такие пластые сидушечки, видите, какие? Не такие, как там. Ну, хотя тоже хорошо сделанный Форд. Ладно, давайте увидимся снова. Есть, я оставлю ссылку на ихнюю мадру в этот самый в интернете под видео. Сейчас возьму нее карту и поставлю вниз. Смотрите в интернете ихние машины. Горячая машина. Ну-ка. Ну-ка. Сареси Дин? Да. Сареси, да, да, да. Здесь еще у нас так вот отпускается. Вот здесь. Ой. Вот, видите, здесь. И там багажник закрытый, все упаковано. Чтобы сделать этот багажник законным, надо заплатить 2 с лишним 1400. Это получается к 13 прибавить еще там сколько-то. Все, давайте, закрывайте. Вот Дин наследил. Зачем наследил Динкин? Все, давайте. Жарко. 3 тонн. Я возьму сейчас карту у нее. По-моему, на пару мы картули, а по втыкере. А, Вайс взял карту. Все, поехали. Ну все, Вайс влюбился в эту машину. Рассматривает. Вычистили ее, все помыли. Ну, не такая наша страшная, конечно, очень классно. Хорошая, вычищенная. Митсубиси. Митсубиси. Да, посмотрим в интернете. Ты на туда есть интернет.
говорю, надо пару на авто кинет, он на их снимает. Ты, ты лезь. Я говорю, заберут завтра эту машину отсюда. Ну, очень красиво сделано, вообще классненько. Провулея здесь есть у нее. Все у нее здесь есть. Хорошая, молодец, машинка. Из Бельгии. Ну, значит, в Бельгии здесь поставили, наверное, 10 тысяч 5 или 6 накрутки поставили здесь греки. Вот в Бельгии можно купить за 10 тысяч, наверное, ее. Ну, чтобы пригнать и оформить документы, надо тоже заплатить денежки. Так что вот так вот. Там нету ничего дальше, пама. Все, давайте, снова прощаюсь с вами, 100 раз прощаюсь. А здесь магазин Citroen большая, магазин большой Citroen. Уже там новые продают Citroen. Здесь, видите, подержанные продают, а там новые. Магазин, уже продажи, магазин автомашин. Мы подъезжаем вон туда, вон нам надо еще будет ехать. Да. А здесь барашки и козочки растут. А мы едем вот сюда, вот в эту деревеньку. Здесь делают, ой, кедрус на стриве штора. Вот, деревенька такая в тихой-тихой горной месте. Какой мостик красивый. Ой, Дин-то говорит, Вайс говорит, нам туда надо, там. Горные вот такие, горные ручьи, которые выходят из-под земли, горные источники, пахнут таким серой такой, как вонючкиной, да? И вот там делают бани, и здесь сдаются комнаты, уже начинаются, видите, сдаются комнаты. Лутра, на, иду. Короче, он неправильно свернул, ладно, вот так вот, вот сюда, да. Вон там вот. Называется здесь Лутра. Ну вот уже начинаются гостиничные дома, видите? Сдаются уже, продаются здесь. И вот такая деревенечка. Какая красивая. Мы сейчас поедем чуть-чуть в горки. Туда вот в горы, там это самое. Если хочешь здесь пожить, здесь снимаешь комнату и лечишься. Трактор. Очень полезные ванны, врачи тебя осматривают и все остальное. Такие вот дела. Это такой греческий маленький курорт. Его многие не знают, но греки, все местные греки сюда ездят. Особенно из Кардицы, из Фарсала, называются здесь деревеньки, города. Они сюда ездят лечиться, все классно и хорошо. Ну вот туда сейчас прямо-прямо мы должны выехать будем. Ладно, все, приедем, я покажу вам. Все, мы начинаем подниматься в горы. Снова горы здесь такие высокие, но все равно надо подниматься будет. Оп-оп-оп, осторожно. Попама. Туда дорога уходит куда-то еще. И сейчас мы едем здесь. Горная речка здесь спускается. Потихоньку-потихоньку мы будем проезжать. Намусорили, и Вайс ругается. Намусорили, оставили мусор, и Вайс ругается, надо же. Вот так вот. Красота. Да, один, да. Сейчас открою, посмотрите, как это выглядит. Красота, говорит Динус. Красота, да, Дин. Будет падать одна машина, будет очень высоко, говорит Динус. Это не одни из самых высоких гор Греции. По сравнению с Олимпом, с Парнасосом и с Пелью, это совсем маленькие только еще горочки. Ну, красиво, что вообще обалденно красиво. Смотрите, как красиво.
как красиво тоже здесь. Высоко тут, да. Вот от той деревни, где я вам говорила, сдаются комнаты, 15 километров ехать в горы. Это не так много, конечно, но все равно слишком повороты крутые. Во, видите, и собака здесь. Козочки. Ого, 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 смотри какой. Смотри, что какие. Смотри, что. Что-то все мужское население. Ох, и там еще есть. Ого. Там еще есть, вон они. Вот это, да, рога-то у них. Понимаешь, меня авто как это. Ух. Короче, вот так.